Здравствуйте, меня зовут Валентина. Я пришла сегодня в Академию красоты. Мне очень поразила встреча, как меня встретили. Очень вежливо, очень с улыбочкой. Понравилась атмосфера в холле. Вид на пейзаж, на улицу очень понравилось. Потом ко мне подошел молодой специалист по имени Айгуль. Очень такая приятная молодая девушка, грамотный косметолог, специалист, которая меня провела в свой кабинет и стала со мной беседовать. Вот. Объяснила, что обозначает, что собой представляет косметика самоустно. Потом я стала со мной проводить косметологические процедуру. И одновременно объясняла мне, что каждый препарат с собой обозначает и какое действие оно производит на структуру кожи лица. Мне очень понравилось все это. Ну, что я хочу сказать. Сделали мы пол лица, я обратила внимание, что у меня отечность лица с правой стороны уменьшилась по сравнению с левой. Контуры нижней части лица поднялись, глаза у меня расширились, то есть это с правой стороны, то есть эффект. Потом я ощутила, что кожа у меня очень интенсивно стала дышать. И такое чувствуется, что кожа стала питаться витаминами, микроэлементами по сравнению с левой частью лица, которая просто была, ну, я ощущала, что мертвые клеточки, как бы это все ощущалось. Я, естественно, эту косметику приобрела, потому что я хочу выглядеть красивой, молодой и хочу дальше. Хочу не стареть, чтобы у меня кожа была всегда свежая, красивая, упругая. Я эту косметику приобрела. Вот. И в дальнейшем я очень хочу и надеюсь, что я поеду в Израиль. Хочу показать, какой я стала по сравнению, как я была. Вот. И вообще хочу посмотреть Израиль, где производится такая прекрасная косметика. Все. Большое спасибо вам за такое изобретение самой косметики.